Как понять, какой мужчина или женщина в постели? Здрасте, это два очень больших разных вопроса. Приплыли. Я знаю свои ощущения как мужчина. Я догадываюсь, какие ощущения там у вас. Я могу предполагать. Но как понять заранее? А ты хочешь часто понимать заранее, какой он будет? Но опять же, вот если есть возможность не тратить время, и можно по каким-то определенным телодвижениям, действиям понять, хорош ли мужчина в постели, то это было бы круто. Ты не так задала вопрос. Ты сразу спросила и про мужчин, и про женщин. Давай тогда уточнимся. Про кого отвечаю? Давай про мужчин. Про мужчин. Как понять, хорош ли мужчина в постели? Да. Ну, гипотетически, но я думаю, что мужчина, который хороший любовник, он вообще не будет об этом говорить, он будет действовать. Он будет немного котяра, будет немножко себе больше позволять. Он будет немножко ранимым ребенком в чем-то. И это не имеет никакого отношения к фигуре и к спорту. Мне так кажется. Я полагаю, что это учтивый, малословный, волевой человек. Вот он будет хорошим любовником. Наверное. Опять же, телодвижение в танце, как себя проявляет активность. Вот я боюсь, что вся активность проявляется только в танце, понимаешь? Вот в танце, вот он, наверное, тебя закадрит, а дальше что? Ну, ничего. Мне папа всегда говорил, что самое главное, что весь парень ушел в гудок. Вот тут очень часто, это вас, девочек, касается, как бы очень часто такое, что ты сейчас ты себе напридумываешь и прочее, тра-та-та, а потом бревно. А она чемпионка мира по бальным танцам. Случай жизни. И чё? А где вот это все? Где? На танцполе? Такое себе.